дипломы есть у Вики. Она учит за участие в районном фестивале «От сердца к сердцу». Толстая пачка дипломов. Вика очень талантлива. Поет, занимается спортом, бочей. И все это с диагнозом ДЦП. Из-за того, что она постоянно сидит в коляске, начались проблемы со спиной. О спорте пришлось забыть. Диагноз – гиперкифоз грудного отдела позвоночника второй степени. Позади уже 4 операции. Следующую можно избежать. Для этого нужен специальный корсет. Но если корсет не носить, то однозначно будет операция. А если исправить хотя бы какой-то угол деформации корсетом, то мы можем избежать этой операции все-таки. Операция очень сложная. Врач говорит, что с детьми с ДЦП сложно переносить. Вике всего 15, у нее много друзей. По словам мамы, на улицу ее каждый день зовут ребята со двора. Вместе они посещают спортивные состязания, выставки, концерты. Ходили на матч Кубка Конфедерации Германия-Чили, болели за красно-белых. У девочки есть большая мечта – навсегда избавиться от коляски. Мечта у нее была – ходить. Ходить. Да, появилось ходить. Там у меня подушка ходит для этого. Покатить на скутере. Сейчас главное не упустить момент и не запускать проблемы со спиной. Корсет стоит 145 тысяч. Для семьи Вики эта сумма неподъемная. Помочь могут наши зрители. Достаточно всего лишь отправить смс со словом «дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. А если есть желание и возможность большего вклада, подробности на сайте нашей телекомпании «Русфонда».